канале Toy House. И сегодня у нас на обзоре станок для бисера. Давайте откроем. Здесь можно плести из бисера, из бусинок. И здесь нарисованы фенечки. Может быть, там тоже можно сделать из фенечек. Не знаю, давайте я. Открываем. Так. Откроем. Открывается он легко. Коробочка вот так снимается. И здесь обрисованный. Огромная вот картина, можно сказать. Бисера. Цветочек. Даже непонятно, где цветной. Открыться. Ну, вот, выпало что там? Много вещей. Это бумажечка. Вот, Даня вам говорила, что здесь можно плести свинчик. Это правда? Здесь идут такие ленты. Здесь огромный журнал. И сам. О, здесь там пружинка есть. Давайте откроем. Дальше. А, вот здесь. Большая, как собирается станок. Здесь вот разные можно плести. А, вот, даже идет инструкция, как плести фенечки. Очень интересно. Фенечки, их очень много. Здесь идет какая-то пластмассовая штука и еще нитка. Пружинка. Давайте попробуем его собрать. Вот так. Идет такие вот. А здесь как расческа. Да, расчески. Пружинка. Четыре пружинки. У нас также еще две расчески. Вот такой вот две зеленые штучки. И давайте попытаемся собрать его. Собирать, наверное, его легко. Это пружинки сейчас. А здесь, представляете, здесь даже инструкции нету, наверное, как их собрать. Самим приятно, как их собирать. Да, здесь нет вообще рисунков. Даже я не знаю, куда их оставить. В коробке тоже ничего не показано. Не знаем мы. Ребята, вот такой у нас станок получился. Поворачиваю вот здесь вот. И вот здесь вот. Его довольно сложно собрать. Можно мама, можно при помощи родителей. Сейчас мы плести не будем, а потом, когда мы с сестрой обязательно сплетем, мы обязательно вам покажем, какие у нас все-таки браслеты вот на этом станке здесь получится. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока! Пока-пока! Toy House!